Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Неважно, холодно там или жарко, кто куда, я на рыбалку. Беру катуху, приманки и палку. Кто куда, я на рыбалку. Дежурный по якорю сегодня у нас, как обычно, Юра. Глубина 3 метра, обязывает побольше
сбросить шнурка. Люди есть, рыбы нет. Все нормально. Переходим. 3,2. 3,1, 3,2. Сейчас натянется и будет 3 метра. Опа. Ну вот, душевно. Вторая удочка у меня, к сожалению, оказалась недееспособная. Не готов вам. Будем мусорить. Надо столик поближе пододвинуть и почистить, да? Угу. Вода прибывает, народ прибывает. А у нас с тобой катер стелс, невидимка, нас не видит, видишь? Просто не видит нас. Нету, нас нету. Здесь рыбы нету. Это финский кипот, это парапет. Ты его видишь, обводы такие, длинные, как подковки. Тащит, тащит. Вот. Был бы спиннинг, он бы еще больше бы тянул. Ну ладно, показала. Да, вот ты узнал, кто тебя. Хулиганин. Да. Что, возьмем? На себе бери, как хочешь. А можем мы найти? Да я бы не брал бы такие. А то так вот и будет мелко ловить. Подержал ее в тюрьме, выбрось ее. Я понимаю первую рыбку, это Андрюха Пятяков все время. Первая, я ее не отпущу. А так из нее блинчик сделал бы. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Да, я в том году чаек кормил мелкой. Надо. Сидит такая, напротив, медитируя. Дай мне, дай, да. Да-да-да. Я ей показываю, на. Кидай, она на литос хватает. Она проходила мимо. Я говорю, не проходи мимо. Иди сюда. Да я крючок хватаю, хороший. Хороший крючок. Хороший. Вот и я такого. Это может то же самое. Смотри, как она. Какие елки. Она мимо проходила. Хотела посмотреть. Иу! Девочка какая. Ёж. Ёжа я беру. Да, ёж. Так как я повезу, у вас ёжка. А как ты узнал, что он ёж? Ну, он шершавый. Ему можешь посмотреть. Если он шершавый, как я могу посмотреть? Да, только потрогать. Ну он это самое, он как бы прозрачный, у него такой более-более. Более-менее. Что-то сегодня размер такой, около. Это вроде ничего такая еще. Да, да, нормально. На червя, кстати, получается, что... Червяк сегодня рулит. Информативная. В плюсик немножко заводил. Нормально, вот это вот уже получилось. Да, это вот уже ближе к рыбу. А то, блин, да? Да, то лепесточки тут раз. И такая нормальная. Да, уже, да. Опять. Глазастая какая. Она нюхастая. Она не видит, она нюхает. Давай. У нее глаза-то на одну сторону. Давай, нюхай уже. Бери. Унюхала, наверное, уже все. Занюхала? Да нет, в принципе, есть что тут ей понюхать-то.
Нас немножко разворачивают, да, все-таки? Да-да. Острова Гремяха. Что покажут? Сейчас нас чуть-чуть развернет. Смотрим, попробуем, да, разворачивает нас. Морская сторона. Течение комфорт. Попробуем. Пробуем. Пытаемся. Не ругайся, я похожу немножко. Да хоть станцуй тут. Яблочка станцуй. Все, начинаем ждать. Аллергия на это место. Прозрачная вода, рыбы нет. Тут что-то мельче становится. Поглубже немножко. Вон там поглубже, все ближе. И там, и везде. Кумбы, что у нас вот этот? Да. А это? Под остров. Не зачерпнул хоть? Да нет. Но вижу комбовы, не вижу. Я тут на берегу.
Подожди, ходом дойдем сейчас. Все, уже можешь опускать. Так обожди, куда опускать? Посмотри здесь, уже. Ну, 6 метра. Все уже. Сейчас я мотор опущу. Уже метр. Метр 10. Опять полметра. Что такое? А, это ты там холодишь. Да ну не может быть, я же тут не вижу дна там. Так, сейчас смотреть. Кое-что тут просто помотыляло тебя над ямой. Может быть, да. Еще больше, чем у меня. Надо подмотать. Так куда мотать-то? Ну, мотывай, чтобы удочка-то была. Удочка же держит, держит. Все как мы любим, все как там нам надо. Продолжаем. О, вот это копалка уже. Да. А то не то, не все. Хвост тут нормально. Ставь себе точку. Так, у меня не на что. Проблемы. А знаешь, почему у тебя проблемы? Потому что у тебя рядом этот спиннинг стоит, он тебе мешает, донка эта. И вот тебе приходится все время это самое думать о том, как бы ее обойти. И на нос поставлю, положу, чтобы она тут у меня не лезла. Вот, она тебе просто тупо мешает и все. Ты как-то начинаешь думать, как бы тут ее обойти, а так бы ты сидя, как я, понимал бы меня. А так тебе приходится вставать куда-то, перемещаться. Что-то такую-то отпускаем, да? Такая, как раз вот такая. Около этого выбрасывания. Ну, нормально еще. Такая тоже сковородочная. Нормально. Смотри, какая она жирная. Ёрш? Нет? Не знаю, я не разбираюсь. А по темной спинке проведи рукой. Чешуей. Вот чешуей. Что это было бы так сразу, скажем, мы сюда сразу приплыли, правда? Да. Может быть, пришли бы точно так ну, же. Ну, поискали, да нашли, да. Так обломились бы и ушли бы, понимаешь? А так мы пришли сюда, что-то ловится. Ёрш? Тоже ёрш? Так это стая ёршей? Наверное. Ну, да. Да, вот попробуем. Ладно, пробовать будем, знаешь. Ну, когда? Он толстый, блин. Да, вообще морской. Морской. Докормили. Опа-на. Я такого еще не тащил сегодня. Опа-на. Поднимаемся.
такая же, как и была. Красота, блин. Да? Блин, аж душа радуется. Это тебе не пуп ковырять. Вот видишь, блин, только... Ты только это самое... Главное, баламутить. Главное сказать, что я сейчас буду пить чай, есть и что-то... На верхнюю уже. Оп. Дети, плывите. Блин, они стоят, ничего не оторвали. Ничего, Санька, нормально. Эти самые, как его... Кальмары пошли на север. Покушать дали, все, ловите, ребята. Все, нормальная кубалка. Да я просто бросаю, и за борт ее бросаю на бежавшую толпу. Одна не доела, вторая доест. Юра гнет удочку, поймал какую-то дурочку. А у нас постоянно что-то там... Пытается меня обмануть. Надо, наверное, червя уже поменять. Подсадить. Заметили, что мы тут с тобой. Такая-то что, тоже отпускаю. Да у нас здесь не глубоко. Сколько там? Метра полтора? Полтора метра. Метр, да, полтора, было 1.06 метра. А потом пойдет на прибыль, так тоже будем смотреть, как она. Заходы-то все равно же есть. Ну, нормально. Плывет корабль. Ты поменьше, опа. Сделай лески. Так, так у меня нормально было? Нет, это рыба скатывается сверху вниз. С реки, думаю, сейчас. Значит, мы забираем все то, что тебе пропустили, да? Да. Да ладно, мы не в обиде. Ну, как бы нормально. Ну, перекурила, все. И неплохо. Вот раньше такие, да подле. Да на под... косах. На донку. На донке, кстати, клевало вот, ловили. А потом бах, и все испортилось, и рыба куда-то пропала. Все, выловили на донке. Под донке. Что там голые? Да. Ну, Юра, ну, намотай немножко побольше лески. Хорошо. Получается, что мы вообще тут на мели ловим. Здесь, короче, между мелей вот эта канава. Наверное. Потому что мужики вон оттуда туда уехали, мотор подняли. Юра, сделал покороче, и все, и у него опять... Бля, кому-то, смотрите, что делает, бля. Да тихо, не ругайся, а то упустишь. Ушла. А ты любовался на удочку. Я... Уже просто ему и рыба не нужна, ему лишь бы поклевка. Оп, кто-то у меня там замутил. Йок-сельмокси. Я ведь пошел пить чай. Рыба. Это что такое? Это зацепка. Да. Акула тебя укусила. Меня укусила акула. Подмотай, поближе. Да подведи. Я уж подмотал ее. Мало. Я боюсь, видишь? Обожди. Тихо.
давай мне удочку. Удочку поддерживай. Вот сюда ее. Давай, давай, отпусти ее. Это, отпусти. Не надо, не надо, не надо, не надо. О, нормально. Занимайтесь, товарищ. Хороша зараза. Да, жалко. Одна такая. Но у нас нет безмена. Мы же, скажем, просто 1,5 килограмма и все. Да. Как стало мелко. Плещет волна. Сейчас там что-нибудь. Что-то мы уже креветку всю почистили, да. А что делать-то? Вялим ее. Вот. Ждем, когда вода будет прибывать. Нас показывают, что, говорит, 2 метра 10 уже почти. Вода 16 градусов, можно купаться. 16, да? 16. Нормально. Да здесь чуть это самое, с реки идет, не море. Она идет с этой, оттуда. С Двины. Не с Двины, как она, с Китухи, с той стороны. Стой на фоне. Поменьше, да? Да, мне вот. Красота. Красота. Все-таки мы рыбу нашли сегодня, да? Худо-бедно, но все равно приятно. А ты хочешь? Я хочу, да. Чтобы вот время зря не терять. Удочка гнется. Пойдем, три подряд, а? Да я бы, может, уже больше поймал, если бы не камера. Ну вот, и тебе улыбнулась. Заводи туда, к себе. Сейчас. Средней паршивости, да? Нормальный размер, самый топный. Ты меня пугаешь, блин. Я думаю, что она уже ушла, блин. Сейчас мы ее поводим. Блин, она так. За борт заводи. Вот. Ветерок пошел, водичка пошла на прибыль. Смотри, что делает, да? Гаденыш, а. О, вон она.
делаем. А ведь я еще ее подмотал ему, блин. До 27 в Архангельске сегодня. Давно такой осени не видел. Кого-то там забагрил. Нормально, Ерша. Говорят, что это ёрш. Оп-оп. Блин, теперь нижние объели. Человек нет? Хорошо. Все, вода встала. Небольшая, но приятная. Заколебали. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. И не горит, и не работает. Наверное. Хорошая была. Не, плохая, потому что ушла. Часто видосов. Блин. Объедают. Она, ну я не знаю, она ли она, или там двое. Дуплет. Говорят, дуплет, нет, не дуплет. Шла вторая за ней. Да, она просто подражала ей. Она ее провожала, да, до тюрьмы. Подныриваешь-то. Куда ты ныряешь? Тут нет воды. Оп. Нашел. Давай, давай, давай. Да. Очередной лифтер. Я под отсадки думаю. Он под катер ушел. Я понял. Подальше, что думаешь? Чтобы он всем рассказал. Там. Если же будет, нафиг надо. О,
так уберем. Я сейчас сказал, нафиг надо. Ну, водичка пошла. И что? Заливать стало. Кого заливать? Мели. А я думал, лодку. С лодкой все нормально? Че, это кайф, да, это же? Конечно. Бульк. Thank you.